have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы будем нюхать частицы следа. Здесь мы нашли одного из тех счастливчиков. Это мы... Во-во-во-во-во-во-во, ты чё? Это мы вначале вернулись. А, я не ожидал такого. Да, я ему пол хпшки, типа с ним он, и он мне уже снял пол хпшки. Процесс уничтожен. Бум. А, это я его вот этим вот сейчас мочил. Интересно. Я забыл, что я поставил. Твои плакаты все еще висят. Да, мы вернулись. Ну, конечно же, они меня убили, конечно же. Что это за дэмэдж? Почему это срабатывает автоматически? Они какой-то зверский урон наносят, но при этом они меня не убили, и я что-то не понял. Да, плакат, давайте посмотрим. Знаешь, когда мы были здесь в прошлый раз, я знал, что все может быть еще хуже. Намного. Я просто не был уверен, насколько. Знание – полезная вещь. Оно многое упрощает. Мы доверяемся до Fairview. Так, это у нас не сейф поинт. А, нет. То есть мы, получается, просто возвращаемся теми же путями, как сюда пришли. Атмосферное освещение. О, частичка следа. Это то, что мне нужно. А, девушка, которую мы здесь нашли, тела больше нет, но ее след с нами. Можно мне как-то сохраниться дадите? Мы же... Хотя, черт, может, это уже и финальная часть. Кто его знает? А, вот сохраняшка, наконец-то. Так, мне вернулось наконец-то то, что я хочу. Так, назад. Что я могу туда подкинуть? Я могу, ну, джонт. И что-то на три поинта. На три поинта у меня нету, кстати. Подождем, пока взрыв восстановится. Так, администрация, административное вмешательство в систему управления погоды Клаудбанка. Результат аутентификации. Городской совет Клаудбанка. Список. Настройки изменены изменения погоды погоды доступны. Задать новое состояние. Снегопад и штиль. Подтверждено. Ну, снег... В принципе, это очень приятная штука, поэтому почему бы нет? Давайте сохранимся в снегу уже. Тут функции нам недоступны. Давайте на четверочку, может быть. Так, верхний ярус, поехали. Здесь еще можно пройти, но это здорово.
наверное. Не знаю. Прям вот это... Привет, мир. Привет, программирование. Эта серия мне прям как-то очень жестко встретила. Мне прям наваляли и тут, и там. А что будет дальше? А, вот что будет дальше. У него маскировка. Ага. Раз, два, три, четыре. И потом можно будет... Фига себе, они мне наваляли. Я его могу только в таком виде бить, да? Раз, два, три, четыре. Должно хватить. Да, это улучшение дэмэджа. Это, пожалуй, был лучший апгрейд, который я сделал. Ну что, без этого мне сейчас очень не хватало бы дэмэджа. Я уверен, что они меня тут и убили. Агент? Это робот Ройс Бракет из Камерата. Передаю сигнал через агента. Я предлагаю перемирие. Видите ли, я бы очень хотел, чтобы процесс, как бы выразиться, прекратил делать то, что он делает сейчас. И настолько я могу предлагать, и насколько я могу предполагать, вы тоже. Если я прав, то следуйте за мной, и мы решим эту проблему. Возможно, у нас получится ее решить. Разберемся. Готов поклясться, что я оставил свое тело именно здесь. Ты оставил, да. Ты именно ты взял, так и вышел из тела и решил его оставить. Терминал UVC. Давайте-ка, кстати, подойдем. Та-та-та-та-та. Мост Fairview, воплощение мечты, петиция. Самое уединенное и очаровательное место для отдыха во всем Клаудбанке. Доступно только для воздушного и водного транспорта. Должно быть открыто для всех. Если эта петиция получит достаточную поддержку, будет начато строительство пешеходного моста. Мы с вами это читали когда-то очень-очень-очень давно. Петиция авторизирована. Голосование завершено. Требования к постройке моста Fairview удовлетворены. Ожидайте. Ух ты! Попросила мост, и он появился, да? Добро пожаловать в Fairview. Вот этот чувак с телеком мне немножечко напоминает, если вы помните, New Vegas. Кто играл, тот, я думаю, поймет, о чем я сейчас. Пойдем, повидаемся с Ройсом. Ройсом. Процесс нельзя остановить. Нельзя. Однако... Процесс можно просто заставить уйти. Куда? Пусть откроет свою лавочку в другом месте. И тогда мы останемся совершенно одни. Город станет нашим чистым куском холста. А транзистор станет нашей кистью. Понимаю. То есть транзистор это типа что-то вроде программного ключа, который вот впитывает в себя персонажи и может делать всякие вещи, наносить опять же урон процессу. Посмотрим, как это все будет. То есть это и есть Fairview. Я думал, он поближе к городу. Образец. Таким станет весь Клаудбанк. Классно. А... это так работает. Они многозадачные. Трудные времена.
Очень трудные времена настали. Грант и остальные, они ведь уже покинули нас, не так ли? Да, они же разлогинились. Остались только мы с вами, так? Вы и я. Транзистор. И как аж... Когда меняется... Можно, пожалуйста, нормально? Все, чего мы хотели добиться, поток. Давайте. Добро пожаловать в Фэрвью. Так. Нет. Сделаем вот таким образом. Я эти штуки позашибаю. О, в чувака попало даже. Неплохо. Нет, я ему ничего не сделаю. И этому ничего не сделаю. А вот теперь можно. Нет. Да. Сносим чувака. Здравствуйте. Нормально. Вот, вот так с ними надо разбираться. Но опять же, теперь, когда уже знаешь тактику, то оно проще. Нажать. Процесс просто делает работу. Делает свою работу. Хотя мне, несомненно, больше нравится, когда процесс делал мою работу. Но наш старый приятель Грант, видите ли, я ему позволил одолжить процесс, а он... Что ж, как бы то ни было, все-таки вышло. Перейти к координатам, это уже не просто какое-то место, а прям координаты. То есть места уже перестали существовать. Знали, что у нас найдутся противники. То, что мы делали, было неправильно в традиционном понимании и в современном понимании. Но я сохранюсь. Вроде как нам больше ничего тут не надо. Раз, два, три, четыре. Не, погоди, ему это не наносит урон. Тоже нет. Фига себе. А это тоже ему ничего не сделает. Нужно было от этого просто как-то увернуться, но как это сделать? Раз, два, три, четыре. Ах! Их опять два, этого надо улошить. Их еще два, вы что, вы издеваетесь нафиг? Раз, два, три, четыре. Меня что-то забрали. Раз, два, три, четыре. По идее, должно хватить. Возвращайся. Где он? То
То есть я так понимаю, что когда у меня последняя жизнь, меня моментально автоматически выбрасывает в планирование. Я это когда-то, видимо, сам поставил, удачно забыл, потому что я не так часто играю. И теперь меня это спасает. Если так, то я молодец. Если это не так, то ладно, спасибо, игра. Так, давайте посмотреть. Это нам ничего не хочет сказать. ОВС тут нигде терминальчиков нету. Ладно, поехали дальше. Полетели. О, какая картина. Арфы, дивы. Все всегда говорили, что в этом городе можно стать кем захочешь. И я наконец понял. То есть все остается как есть сейчас. Так, шлюз. Эти следы, они собраны в транзисторе. Когда-то они были обычными людьми, но теперь... Что ж, они уже не совсем те, что были раньше, и они в ловушке. Заметь, никаких стен, просто они там, сами по себе. Прислушайся, возможно, вы услышите их голоса. Лишь некоторые из них, конечно, те, кого вы знаете. Но сначала я и мои 40 слонов споем. Так, игра, алло, игра. Ты что, ты собралась заканчиваться, игра? Погоди. Минус один, хорошо. Меня это устраивает. Два, три... 4. То есть я его этими взрывами вполне тоже вывожу из невидимости и равновесия. Хорошо. 4%. Да, мы могли получить уже 10 уровень, но я эдакая... Трусливая задница, решил поубирать все ограничители. Не жалею вообще ни разу. Другое дело, скажется, это на концовке игры или нет. А, нет, погодите, тут мне тоже пофиг. Шлюз. Шлюз, конечно, хорошо. Давайте терминальчик почитаем. Так, закодируем сообщение. Конфиденциально. От Ройса Бракета. Декодировать. Грант, не лучший способ поспорить, но и спорить тут не о чем. Мы знаем все требования. Плюс низкий зарегистрированная плотность населения, плюс доступ к гражданским ресурсам, нужен ответ вовремя, плюс расстояние администрационных центров. Так, архивировать. Сообщение. Что? Блин, чувак, ты трендишь на фоне, ты в курсе? Один трендит на фоне, второй трендит на фоне. Можно, пока я в терминалах нахожусь, этого не делать? Нет, давайте я не буду вверх тормашками сражаться, пожалуйста. Игра, не спускайся до такого уровня, пожалуйста. Так, пропасть. Как-то тебя заглядывал внутрь. Короче, забейте. Оно накладывается одно на другое, смешивается. Так, а нам... Город постоянно меняет свой облик, да-да-да. Ну вот, я осматриваю густой лес, но при этом ничего не меняется, спасибо. Да, сохранение проходит, хорошо. Наконец-то, в смысле, наконец-то он заткнулся, да, я тоже рад. Раз, два, три, четыре.
Раз, два, три, четыре. Нормально, таким способом с ними более-менее адекватно справляться. 10 уровень, приехали, давайте. Уровень пользователя. Так, ты у нас подбрасывание ближайших целей, а ты притягивание целей к пользователю действует сильнее против отдаленных целей. Так, возможность для большинства функций притягивать цели. Я что-то не пойму, зачем оно мне надо, притягивание клеток с большей скоростью, с большей дистанции пассивного слота. А ты у нас на пассивке дашь нанесение урона целям при контакте с ними во время хода. Увеличение кинетического воздействия или продолжительности эффектов большинства функций. Черт, я не знаю. Активного слота. Для большинства функций притягивать цели. Притягивание клеток. Наверное, давайте вот это возьмем, потому что часто оказывается то, что они от меня отлетают очень далеко. И пассивный слот. Да, давайте. Ну, только у меня... Так. Активирован. Ход не будет активироваться автоматически при низком уровне здоровья. Нет, мне это не надо. Больше функций перегружается одновременно, только одна из них восстанавливается на каждой точке доступа. Подтвердить, но я не буду его ставить. А можно... Блин, сохраниться бы где-нибудь. У меня открылся пассивный слот, но фишка-то в другом. У меня же... по-моему, нету оперативки. Так, мы познакомились очень давно. Принципиальный человек и убедительный, очень убедительный. Мне будет его не хватать. Он ценил мою работу, поддерживал мои начинания. И оканчивал мои окончания. Камерата, это была его идея. Целиком поддержал и поддержал поначалу. Но затем, что ж, я бы сказал, что конец этой истории всем известен. Но это не совсем так. Блин, телек, ты такой нудный, серьезно. Нельзя вести так повествование. Блин, оно единичку всего лишь занимает, смотрите. Единичку, но мне нечего поменять, потому что ближайший родственник это 4. Не, вещь хорошая, я не спорю. О, ограничения новые. Оно же не поставилось. Изучить, использовать. Назад. Не хочу. Так, новые функции. Короче, ладно, посмотрим. Ну, как бы вещь хорошая, но мне пока что его некуда и некому. Тут две вещи. Есть поток сюда, поток туда. Куда мне? Посмотри, черный ход. Тут у нас обдумывание мыслей, все дела, но... Почти все двери открыты. По-моему, две двери только осталось. Раз, два. Да, две двери осталось. Это челленджи или обучалки, или что-то такое. Короче, нет. Я это, что-то сказал, делать не буду. Мое мнение вообще ни разу не поменялось. Так. Пожалуйста, загрузите меня. Спасибо. Можно пройти сюда. А, тут еще и висишка есть. Ну-ка, давай. Закодировано сообщение конфиденциально. Декодировать. Субъект, имеющий определенное положение, чье полное исчезновение можно легко объяснить. Примеры на Йола Чин. Оно продолжает триндеть на фоне. Понимаете, в чем прикол? Вейв Тенган максимально... Так. Что? Комментатор просто... Та-та-та-та. Храбрый и глупый в любом случае. Шумар Шесберг. У каждого характеристики. Ну, давай архивировать. Я так понимаю, что нам теперь обратно. И сюда. Я не знаю, как бы...
Я просто сейчас задумываюсь, успеем. Ну, серия тоже скоро заканчивается. Закидано сообщение. Сегодня я снова туда иду. На этот раз я абсолютно уверен. Я все понял. Завтра тоже поймешь. Волнующие времена. Волнующие. Архивировать выход. И куда теперь? Мы как минимум сохранимся. Блин, чувак. Погоди, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Это уже неактивно. Да, неактивно. Хорошо. В поток. Сюда. У нас отсюда только два выхода сейчас. Я тут что-то... А, вот тут еще не... Извини, не заметил. Да свали ты с дороги, телевизор мордастый. Не заметил просто с первого раза. Файт. Раз, два, три, четыре. Офигеть, сколько он мне урода... урона внес. Оп. Не надо. А чё они добили-то? Спарк потерян, офигенно. Я ж всегда об этом мечтал. Под какой защитой? Раз, два, три, четыре. Поехали. Не добью. Чуть-чуть останется. 27 хпшечек. Бей! Да. Отлично, этих уложили. Не, наверное, ребят, я не буду сейчас сильно усердствовать, дойдем до сохранения, вот он, как раз и оно, сохранимся, потому что мне кажется, что скоро может быть какой-то финальный замес, а вместо этого я пока что сделаю вот так, как раз вот эту штуку можно будет испытать, как на пассивку, не забыть только потом ее снять, а и джонт можно сюда закинуть, да, чтобы можно было этим пользоваться. Посмотрим, как это все будет работать. Давай еще раз. Смешная штука, начинаю немного нервничать. Да-да. Я говорю, что мы тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.